Всем привет! Мы снова в Лос-Кампало, и я хочу показать вам некоторые варианты нарядных тканей. Это жаккарды с различными составами и вот такие вот хлопки. Рассмотрим несколько вариантов. Так, мне очень нравится вот такой вот вариант. Такой довольно формодержащий жаккард. Очень хорошо подойдет на юбку, платье, блузу. Стоимость этого варианта 4250 в составе полиамид и шелк. Это сток Сальвадора Феррагамо. Есть у них изделия из этой ткани, можно найти на Vogue Runway. Прекрасный, очень эстетичный жаккард. Так, вот такие вот очень милые пуговки. Немножко отсвечивает в жизни. Это такой, это черный цвет, не серый. 2400 стоимость этого жаккарда. Что еще интересно мне попадется? Фактурный жаккард. Тянется за счет своей фактуры. То есть эластана тут нет, но очень похоже на то, что есть. Вискоза полиэстер 1900 рублей. Очень интересный вариант. Так, что еще? Гусиная лапка. Вот очень интересная такая. С люрексом. Нарядно выглядит. Прекрасное платье получится. От Gucci. 4200 стоимость. Pied de poule фуксия. Можно использовать и эту сторону, и эту сторону. Интересная позиция. Так, что еще мне попадется? Вот такой вот гофре.